5 и 6 декабря в Федеральном центре единоборств «Югспорт» состоится городской учебно-аттестационный семинар по айкидо. В мероприятии примут участие около 100 детей из 7 сочинских школ. Цель семинара – привлечь взрослых и детей к здоровому образу жизни, заинтересовать школьников таким видом боевого искусства, как айкидо. Аттестация участников и финальная тренировка состоятся 6 декабря в полдень.